Уже всем известен сорт Геракл, так? А это его дочь Геракла. Так, ну и вот так вот солнышко хоть зашло у нас. Вот так я вот показываю. Ягода очень большая. Она крупнее, чем оранжевое чудо. Ее там размер, наверное, грамм 15, наверное. Ну, мы взвешивали, было где-то, наверное, грамм 13, но это было самое первое. А сейчас я вот ближе подойду, найду где-то. Где-то может быть у нас тут. Ну, этот сорт, он будем говорить, не ранний. Он так вот созревает попозже, где-то к сентябрю. У него сейчас появляются первые ягоды, они немного от солнца страдают. Сейчас на дворе станет где-то градусов около 15-17 тепла, и она начнет, ну, вот так вот активно созревать. Вот я вам почему сказал про попозже, потому что вы видите, что основная ягода будет созревать где-то вот сейчас август, 10 число, это где-то, ну, к концу августа, середина сентября, это вот где-то ее пик. И она будет очень крупная, поистине очень крупная. Вот, вот она, видите, только еще начинает. Ну, так вот, вот. Вот как бы, сейчас я на солнышко от солнца выйду. Вот такая она, вот. Вот такая она большая. Вот видите, ну, будем говорить, мою руку и вот такие вот плоды. Плоды на самом деле громоздкие. Они как в ширину такие, сантиметра 3. И в длину они, наверное, сантиметра 4,5. То есть побольше они будут, чем оранжевое чудо. Вот. Этот сорт, он малотранспортабельный, имеет, мне кажется, чисто любительское направление. Почему я еще... Знаете почему? Потому что у нее все-таки побеги будут ложиться. Сейчас пока ягода не созревшая, но она как бы еще держится. Как только начнет созревать, я уже просто знаю, начнет потихоньку ложиться.